Всем добрый день! В одном из прошлых видео я показывал, как прикрепить основную леску к маховой удочке с помощью специального коннектора. А сейчас я покажу, как это сделать, если на вершинке нашего удилища находится вот такое металлическое колечко. Для этого нам понадобится леска, на которой мы будем в дальнейшем вязать монтаж, и маленький вертлюжок с застежкой. На самом деле здесь все очень просто, но я покажу для тех, кто, может быть, не знает. Вначале берем нашу основную леску и любым надежным узлом привязываем ее к вертлюжку застежкой. Я буду привязывать узлом клинч. Узелок затягиваем, не забываем леску предварительно смочить и обрезаем лишний конец. Все, после того, как леска привязана к вертлюжку, открываем застежку и пристегиваем ее колечко, которое находится на вершинке нашей маховой удочки. Застежку закрываем, все, леска очень надежно зафиксирована на вершинке удилища. Также огромное преимущество данного способа, что благодаря застежке мы всегда можем заранее намотать на небольшие мотовильца разные монтажи под разные ситуации, и с помощью застежки всегда можно без проблем поставить нужный нам монтаж. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч!